праздничные дни в канун Нового года мониторинговые группы Алматы усиливают проверку объектов МСБ, поскольку ночные заведения, ТРЦ и базары остаются главными очагами распространения коронавируса. В этом игорном интернет-клубе без соблюдения социальной дистанции, масочного режима и абсолютным отсутствием каких-либо санитайзеров, а также в тотальной антисанитарии находилось по меньшей мере 25 человек, хотя время на часах уже полночь. Администратор заведения не в первый раз пишет объяснительную. На владельца заведения в итоге составили протокол. Штраф в таких случаях достигает 230 МРП или около 600 тысяч тенге. Посетителям тоже досталось. Их забрали в ближайшее отделение полиции. За ночные прогулки во время карантина им грозит штраф в размере 83 тысяч тенге. Полковник полиции. Члены мобильных групп отмечают, что количество нарушителей санитарно-эпидемиологического режима сокращается. Только в Алмалинском районе в минувшую ночь были выявлены нарушения только на 4 бизнес-объектах. И уже в районе на 80%, можно сказать, порядок осуществлен. Многие уже поняли, оштрафованы многие. Сейчас несколько материалов передаем в суд. Из-за подобных развлечений в неположенное время Алматы в который раз переходит из зеленой зоны в желтую. Число пациентов инфекционных больниц с коронавирусной инфекцией лишь увеличивается вследствие халатного отношения людей к антивирусным правилам. По последним данным, где-то 4 материала были направлены в суд для применения. Угу. Вот сейчас порядка 25-30 человек здесь было. Да, они все будут доставлены в районный отдел полиции и будут составляться административный протокол. На каждого человека уже будет составляться. Это 425-я статья. Представители бизнеса уже давно не пугают штрафы, которые они выплачивают с 50% скидкой, положенной по закону. После чего предприниматели продолжают свою незаконную деятельность после полуночи, впуская в заведение только проверенных клиентов. Районный отдел полиции. Ура! И будет доставлять туда. До выяснения личности для составления административного протокола. Но есть и сознательные горожане, которые самостоятельно выявляют нарушителей карантинного режима. В основном это жильцы домов, которые жалуются на громкую музыку заведений, находящихся на первом или цокольном этаже многоквартирных домов. Точку надо поставить, надо, потому что жители уже не могут. После беседы уже будем смотреть, если будут результаты, если нет, тогда уже будем уже оперативник запускать и... Вот полчаса назад вызывали, они выходили здесь, толпа вышла, где-то 15 человек здесь вышло. Работать с доставкой или на вынос также запрещено после 10 вечера. С такими субъектами МСБ проводится разъяснительная работа, а в отдельных случаях владельцам настоятельно рекомендуют закрыться. Доставка, вы знаете, до 10, 65-е постановление. У нас доставки у вас нет. А сейчас чем вы занимаетесь, Почему работать? Работать нельзя же, запрещается же. Пока отечественная вакцина вступила в третий и завершающий этап клинических испытаний, алматинцам необходимо соблюдать правила карантина. Личная гигиена, ношение масок, социальная дистанция и дезобработка – это пока единственный и эффективный способ предотвратить распространение коронавируса, который продолжает испытывать на прочность многие города и страны мира. Роман Нощенко, Рашид Шукуралиев, телеканал «Алматы».